Привет, с вами Precious, и сейчас я покажу, как первым уровнем убить мишку 120-го, за которого вы получите достижение пятизвездочное эхо. Этого противника вы найдете левее по карте текущего испытания, и как вы увидите дальше, у него будет достаточно много здоровья. В лейтгейме, когда вы прокачаете своих персонажей, вы сможете убивать подобных врагов обычным образом, но сейчас вам нужно будет использовать небольшую хитрость. Благодаря рывкам перед атакой мишки вы совершите уклонение и сможете нанести ему урон, который зависит только от его максимального здоровья. У этого противника небольшой набор атак, и спустя несколько боев вы быстро к ним привыкнете. Самой приятной для вас станет серия из 5 ударов из-за того, что после каждого вы сможете совершить контратаку. Поэтому старайтесь стоять ближе к мишке, чтобы увеличить шанс срабатывания именно этого комбо. Еще он может сделать одиночный удар двумя лапами, от которого проще всего увернуться, и достаточно неудобный рывок в вашу сторону. От последнего лучше уклоняться в бок, делать одну контратаку и ждать следующую способность мишки. Легендарное эхо вы получите за победу вне зависимости от вашего уровня банка, поэтому не откладывайте его фарм на потом. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр, подписку и лайки. Хорошего настроения! Quality.